ДВ. Что такое Питерский международный экономический форум и зачем он нужен крупным компаниям? Казалось бы, они без посторонней помощи способны найти партнеров и развиваться. Что же говорить про холдинговые компании, обслуживающие от 150 миллионов потребителей по самым разным направлениям? Ответы искал наш корреспондент. Самый популярный вопрос скептиков к международному экономическому форуму в Петербурге – зачем вообще нужен такой масштабный русский Давос? Но бизнесмены в один голос повторяют, где еще мы сможем провести за один день такое количество встреч и переговоров, а крупные компании воочию увидеть свои потенциальные рынки сбыта и инвестирования. АФК-система, обслуживающая около 150 миллионов потребителей, не исключение. Руководство корпорации провело встречи с рядом глав российских регионов. Весь бизнес в России, в который мы сейчас инвестируем, имеет региональные аспекты, очень серьезные. Наше последнее вложение и в лесопромышленную отрасль, и в сельское хозяйство – это региональные инвестиции. Ну, это наша постоянная работа. То есть мы не, так сказать, движемся от форума к форуму. Да? Мы работаем постоянно, каждый день. Форум – это просто возможность переговорить с большим количеством, так сказать, людей в один день. Но мы движемся поступательно. То есть у нас есть стратегия в каждом из бизнесов. АФК-система предлагает также и финансовые услуги. Дочерний Invest United Bank в Люксембурге готов помогать русским предпринимателям захватывать европейский рынок. Заграничный институт с русским менталитетом в стране, с крупнейшей фондовой инфраструктурой и наименьшим интересом к политическим подоплекам. Но из наших недавних достижений – это выход на европейский рынок с продуктом интернет-депозитов. Это не уникальный продукт для Европы, но это очень существенный шаг для нас, как для банка из России. Мы для того, чтобы получить разрешение регулятора на этот продукт, прошли очень серьезную проверку, и фактически для нас это некий знак качества, который мы получили от регулятора. Продукт уже предлагается на территории Люксембурга и Германии. Предложив европейцам конкурентные ставки, банк рассчитывает добиться хороших показателей привлечения средств. Банкиры системы рассматривают этот продукт как важный этап на пути технологической трансформации банка и платформу для роста в будущем за счет расширения продуктовой линейки и выхода на рынки других европейских стран. Антон Шестаков, Алексей Жуков, Алексей Сапегин. Деловое утро, НТВ. Три дня все.